9 лет назад, сразу после прощания с великим мастером, его друзья высказали идею сделать в маленьком домике на улице Володарского мастерскую-музей. На дверях дома даже появилась скромная и лаконичная табличка. В мастерскую стали приходить на экскурсии школьники, студенты, гости Севастополя. Ведь памятники, которые они видели на улицах города, рождались именно здесь. И мастерская продолжала жить и бороться. Потому что на ее месте руководство Севастопольского союза художников постоянно пыталось построить гостиницу с мемориальной небольшой комнаткой. Созданию городского музея-мастерской до сих пор, спустя 3 года после воссоединения с Россией, мешает то, что все имущество севастопольских художников продолжает принадлежать Украине. Уже, в принципе, насколько мне известно, в городе многие организации, особенно общественные организации, они уже получили какой-то свой статус в городе. У нас до сих пор это все с мертвой точки никак не может сдвинуться. К 82-му дню рождения Станислава Александровича Чижа его друг и соавтор многих работ Адольф Львович Шефер представил концепцию сохранения мастерской. Заслуженный архитектор Украины в прошлом году предложил сделать дом на улице Володарского творческим центром для художников и скульпторов разных поколений. В основе проекта – метод фламинго. Сохраняется сама мастерская, она укрепляется конструктивно и делается надстройка. То есть вокруг нее? Вокруг нее делается надстройка, здесь сохраняется полностью весь интерьер и творческое наследие. И, в общем-то, мастерская по всему, что здесь существует, такая, какая она была, она такой же и сохраняется. В больших и светлых помещениях центра предлагается разместить выставочные залы. Не секрет, что множество экспонатов Севастопольского художественного музея не выставляются, потому что нет места. А в творческом центре скульптора Чижа они могли бы размещаться на сменных экспозициях. Здесь можно было бы принимать иногородние выставки. И главное, в здании архитектор Шефер предлагает разместить Севастопольскую художественную школу. Мастера должны расти в мастерской, видевшей так много творческих взлетов и побед. На базе мастерской Станислава Александровича сделать такой центр в самом сердце Севастополя, замечательно, конечно. Пульсирующий творчеством, пульсирующий новыми какими-то идеями и имеющий возможность выставлять свои уникальные экспонаты. Концепцию проекта Адольфа Шефера дочь мастера Чижа Яна направила для ознакомления в законодательное собрание и правительство Севастополя. Ответ будет известен в ноябре. Возможно, мастерская Станислава Александровича Чижа, почетного гражданина Севастополя, будет жить в городе-герое. Елена Анисимова, Виталий Козловский, Севинформбюро.